В Верхнегородском парке последнее приготовление к Новому году. Первая елочка Рязани зажглась именно здесь. Для этого места, кстати, она вообще первая за всю историю. Наташин, как его еще называют, парк к новогодним гуляниям уже фактически готов. По городу установлено 35 елок. Вот, как мы обещали, в соответствии с этим, с 10 числа по поручению главы администрации мы начнем уже включать всю иллюминацию к Новому году. Для того, чтобы, конечно, повысить и настроение у жителей, и, конечно, в преддверии Нового года, когда этот праздник больше напомнил волшебством, мы говорим о том, что, конечно, ждем исполнения новых желаний, чего-то нового. Поэтому администрация к этому подходит очень творчески. Повышать настроение горожанам будут и новогодние уличные сюрпризы. Сразу несколько арт-объектов. Гирляндами и разноцветной подсветкой расцветут привычные взору рязанцев фонтаны, горящие цифры, фигурки медведей. В общем, все будет наполнено символизмом. Очень много предпринимателей поддержали нас в плане украшения города, поэтому достаточно много будет повешено еще гирлянд на деревьях, будут установлены различные навесы цветовые, поэтому город будет украшен. Я думаю, что к 25 декабря жители будут приятно удивлены к тому, что администрация именно постаралась в хорошем настроении, с хорошими как бы пожеланиями войти в Новый год. 25 декабря – дата не случайная. Именно в этот день город должен стать по-настоящему праздничным, вне зависимости от погоды. Максим Васильев, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».